На городском полигоне появились специальные весы. Стоимость оборудования составила порядка 700 тысяч рублей. Установка весов – прямое требование закона. Данное оборудование позволяет взвешивать машину целиком и высчитывать массу привезенного мусора. Мы снимаем спорные вопросы после учета в кубах. То есть изначально мера учета была кубические метры, когда приезжали на полигон. И при переводном коэффициенте всегда возникали спорные вопросы. Каким образом переводятся данные объемы уже в тоннаж. На сегодняшний день данные вопросы сняты полностью. Тоннаж взвешивается автомобильными весами, где четко указывается, сколько отходов доставлено на полигон. Сначала производится взвешивание грузового автомобиля, потом при выходе с полигона взвешивается порожний автомобиль. Таким образом, чистый вес полигона учитывается здесь для размещения. Таким образом, весы помогут вести точный учет объема ввозимого мусора, а также ускорить работу полигонов. С помощью такого оборудования можно взвешивать до 40 тонн. Данный вес учитывается на полигоне, и данные передаются в Росприроднадзор для учета объемов, которые складируются уже непосредственно на территории Сбестовского городского округа. Остальные полигоны точно так же будут вынуждены ставить весовое оборудование для того, чтобы учитывать свои объемы. То есть данные потом стекаются уже в единую структуру, и мы начинаем понимать объем отходов, который все-таки у нас создает население. Добавим, что стоимость автомобильных весов составляет около 700 тысяч рублей. Деньги были заложены в бюджет еще в прошлом году. Анастасия Сметанина, Максим Фетисов, Новости АТВ.